Шляхи их вырашения. Поводле слов Натальи Качановой, с 2022 года прикметно изменилась ситуация в работе со зворотами громадян у нашем регионе. Бачим системную работу на местах, и у один день приема громадян у Гомельской области не было значного наплыву питанию, растлумачила спикер. Тематичный зрез показал приоритетные для громадян напрямки. Жильево-коммунальная сфера, у приватности стан мясцовых дорог. Разом з тим прикметно зменшилася кількість питань, які дотичаться соціального блока.